Поэтому сейчас вот тот самый трепетный, торжественный момент, когда начав отсчет 25 июня, сегодня 19 октября, мы пришли к тому, что будет подписано очень важное двустороннее соглашение по трем важнейшим вопросам. Губернатор Владимир Солодов и ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко подписали соглашение о сотрудничестве между Камчатским краем и университетом. Церемония подписания состоялась накануне в Москве. Участие в подписании приняла инициатор соглашения Ирина Яровая. Это такое большое глобальное соглашение, которое может стать судьбоносным и стать новой точкой отсчета в решении очень сложных для Камчатки, очень назревших проблем обеспечения квалифицированными медицинскими кадрами и качественной помощи жителям Камчатского края. Идею подружить Камчатку и Сеченовку Ирина Яровая вынашивала давно. Позади десятки переговоров с ректором университета. Депутат не раз лично посещала учреждение для того, чтобы ознакомиться с работой московского предуниверсария, обсудить, как применить эту схему для Камчатки, договориться о возможности подготовки здесь наших педагогов. Теперь, согласно соглашению, медицинский предуниверсарий создадут и на базе школы в Петропавловске. Анатомия, история медицины, латынь и биология. Предуниверсарий – это возможность для ребят 10-11 классов учиться одновременно по программе среднего образования и университетского. Сейчас в стадии активного строительства ведется новый дополнительный корпус 35-й школы, действительно моей родной школы, где будет создан полноформатный вот по тем высоким стандартам качества, как я видела у вас, предуниверсальный, который станет такой очень оснащенной, современной, технологичной образовательной площадкой. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поблагодарил за подобную инициативу вице-спикера Государственной Думы и ректора университета за готовность работать с Камчатским краем, а также отметил, что будет обеспечивать все необходимое для реализации проекта на Камчатке. У нас будет задача до этого времени создать достойные условия, чтобы им не приходилось возвращаться, они с удовольствием возвращались. Вот, и там строящиеся у нас новые больницы сейчас, и те усилия, которые мы прикладываем, уверен, что это позволит нам сделать. Еще несколько важнейших вопросов, которые предложила в соглашении Ирина Яровая, медработники края смогут проходить профпереподготовку, а жители региона получать высококвалифицированную медицинскую помощь на базе учреждений Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Подготовка кадров для любого региона Российской Федерации – это задача номер один сегодня, это задача, поставленная президентом нашей страны. И вот в это непростое ковидное время мы сегодня все чувствуем и понимаем, как нужны высококвалифицированные кадры. У нас сегодня есть хорошие наработки. Если брать город Москва, то у нас сегодня два предуниверсария, в котором обучается 500 человек. Это при нашем университете. И сегодня в проекте «Медицинский класс в московской школе» участвует 120 школ города Москвы. Это 6500 учащихся, которые являются будущим потенциальными нашими, могут являться нашими студентами. Напомним, в этом году Камчатка впервые провела открытый конкурсный набор на целевые бюджетные места в медицинских вузах страны. Ирина Яровая разработала законопроект об открытом прозрачном отборе. Эту инициативу поддержали ведущие университеты страны. В рамках конкурса заявки поступили от 100 ребят из Камчатского края и других регионов страны. Информационное агентство «Камчатка».